Комарова – любимая дачная резиденция культурной и научной интеллигенции. Здесь отдыхали Карл Фаберже, Евгений Шварц, Анна Ахматова и многие другие. Но если вы думаете, что славен поселок исключительно дачниками прошлых веков, то сильно ошибаетесь. Здравствуйте, гости дорогие. Проходите, пожалуйста. Наталья – ботаник и известный флорист. Проработала больше 30 лет в ботаническом саду Петра Великого. Была в жюри конкурса флористов несчетное количество раз. Она организатор креативного фестиваля уличных произведений искусства и хозяйка одного из самых прекрасных садов Северо-Запада. Саду примерно 26 уже лет. Поначалу я, конечно, решила, что я буду сажать по правилам, что здесь будет вот розовенький уголок, здесь сиреневенький и так далее. Но нет. В результате, в конце концов, растения стали мне диктовать, где они хотят жить. Диктаторов в саду много, больше 2000. Прислушаться и создать королевские условия каждому у Натальи получается виртуозно. Будь это сакура из Южно-Сахалинска, колокольчики из Эстонии или лиственница из Чехии. Вместо магнитов Наталья везет из путешествий черенки, которые меняют прописку, не задумываясь. Пускают корни в новой земле и растут, цветут и пахнут. Судя по этим стволикам, понятно, что это древесное растение. Но что это такое, люди, в общем, не знают. В лучшем случае говорят, что это кизильник. Но однажды ботаник из Москвы приехал, нашел маленький цветочек этого растения, разобрал его на тычинки-пестики и сказал: «Опа, это же ива!» А иву эту привезли из Швейцарии. Создать эдемский сад на болотистом участке, где копни и уже идут грунтовые воды, было делом нелегким. Добавляет проблем наш сложный для садоводства северный климат, не благодаря, а вопреки которому цветут фиолетовые розы, плодоносят подофилумы и бежит по сосне вверх черешковая гортензия. Наталья знает вкусы каждого, кому нужна кислая почва, а кому хвойный наполнитель. Работа идет постоянно, но без сада уже сложно представить свою жизнь. Сад, он не дает расслабляться. Это же понятно, что как бы там ни кололо в каком-нибудь боку, ты должен встать и идти, и поливать, и обрабатывать от насекомых, и подстригать. И, в общем, нужно быть в тонусе. Ну все, я остаюсь здесь.